Более 50 художественных и анимационных фильмов, мастер-классы по документалистике и мультипликации, творческие встречи и концерты. В Крыму продолжает работу кинофорум «Я и семья». Помимо традиционных мероприятий, в обширную программу фестиваля вошли и благотворительные акции. Из Крыма репортаж Алии Шарифуллиной. Это самая теплая точка южного берега Крыма – курортное местечко Мисхор. За уникальный климат поселок называют теплицей полуострова. Одна из главных достопримечательностей – санаторий, который очень часто принимают за дворец. Его архитектор Борис Ефимович получил 10 лет лагерей за излишнюю роскошь. Белокаменный античный храм на фоне синего моря и Ай-Петри в окружении романтической рощи темных кипарисов. Так описал это место английский писатель Олдридж в романе «Пленник чужой страны». Живописный уголок всегда вдохновлял поэтов, художников и артистов. Именно здесь решили собрать срочный слет актеров кино и организаторы форума «Я и семья». Вскоре сюда приедут беженцы из Донецкой области, 38 человек. Нужно продумать программу и устроить для них настоящий семейный праздник. Люди должны чувствовать, что как к ним относятся. Потому что сейчас люди, которые так пострадали, нужна человеческая как бы доброта и понимание. И вот эти вот мероприятия, которые сейчас вот благотворительные проходят, они нам очень нужны. Они нам помогают очень. И родителям, которым тяжело, конечно, в этой ситуации, мы их прекрасно понимаем. И детей, которые постепенно это, они не забудут это никогда, конечно. Но, по крайней мере, мы как-то их научим доброму, мы как-то их отвлечем от этого кошмара. Для старшего поколения музыкальный концерт, в соседнем зале для детей интерактивное шоу с фокусами, танцами, мыльными пузырями. Поскольку тема спектакля сама по себе «Кошкин дом», то, естественно, это злободневно, будем так говорить, на сегодняшний момент. Дети, оставшиеся именно без дома, мы даже, честно говоря, у нас была такая мысль, не будет ли это как бы чуть-чуть слишком. Но поскольку дети не совсем маленькие, то, наверное, я думаю, как ты считаешь? Все-таки у нас комедийная подача спектакля такая немного клоунская. Спектакли и фильмы о семье, дружбе и взаимопомощи будут показывать во всех палаточных лагерях беженцев в Крыму. Кроме артистов, к участию в кинофоруме «Я и семья» присоединились психологи и социальные педагоги. Смотр официально завершится 12 июля, но картины из фестивальной программы в ближайшее время увидят жители разных городов полуострова. Алия Шарифуллина, Андрей Тарасенко, Юрий Александров. Новости культуры. Крым.